16 июня в Московском еврейском общинном центре состоялся выпускной вечер института Махон Хамеш. Среди гостей торжества – преподаватели института, спонсоры, студентки и их родственники, а также выпускницы прошлых лет. Из 9 выпускниц этого года – 2 наши горские еврейки – Шушана Соломонова и Анжелика Шалумова. Мероприятие вел один из любимых преподавателей выпускниц – раввин Мойша Рохлин. Президент института Махон Хамеш, раввин Авраам Бикерман, обратился к девочкам с напутственным словом. А ректор института Александр Лебедев дал высокую оценку выпускным экзаменам и подчеркнул серьезный уровень профессиональной подготовки выпускниц. На вечере преподаватели награждали лучших студентов грамотами и поощрительными стипендиями. Шушана Соломонова – выпускница факультета финансы и кредит. Еэль Любарская – выпускница факультета рекламы. Получили красные дипломы. Выпускницы от всего сердца поблагодарили и поздравили своих любимых преподавателей. Они также выразили огромную благодарность семье Бикерманов за их поддержку и подчеркнули, что в Москве есть дом, где их всегда ждут, где непременно приободрят и выслушают. Пятикурсницы передали кубок выпускников студенткам 3-4 курсов. В свою очередь, студенты 2-3 курсов подготовили девочкам сюрприз. Веселую постановку, героями которой стали все девушки 5 курса. А также сделали подборку фотографий о жизни выпускниц в институте Махон Хамеш. Жена президента Махон Хамеш Фруми Бикерман поздравила выпускниц и вручила каждой серебряный маген довид. Медиагруппа фонда СТМЭГИ поздравляет выпускниц института Махон Хамеш. Желает им больших успехов, здоровья, счастья. Мазель тов, худокумек.